Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук рассказала, на что тратит деньги. В прошлом году она стала самым быстро богатеющим миллиардером в мире. Ее состояние выросло до 13 миллиардов долларов. Своим главным капиталом Татьяна считает людей и отношения. У нее большая семья, 7 детей, и это главный ее капитал. У нее много родственников в возрасте со стороны мамы и папы. Она полностью оплачивает им лечение, операции, нанимает сиделок. Впечатления, путешествия, образование, общение – это правильные траты. «Мне кажется, хотеть машины, шубы и яхты уже не модно», – делится Татьяна. Нормальные люди давно поняли, что это не очевидные ценности. Если раньше имущество воспринималось как вложение, актив, то сейчас оно просто поглощает кучу денег. Ну а если что-то пойдет не так, Татьяна переедет на дачу к родителям и будет выращивать картошку. О том, что не накупила квартир, домов и машин, горевать точно не станет.